назад опять, да? Вот отсюда видно весь сад. Да, фантастика, просто шикарно просто. Вот это Адалары. С той стороны еще у нас два лагеря находятся, их не видно. А с этой стороны открывается как бы вот основная часть Артека. А что там за флаг такой? Наш, российский. Наш, российский? Мы хорошо. 19 марта поставили. В ночь с 18 на 19. Вот это гостиница Артек, это издание. Вот это новое издание, по-моему, да? Да, да, да. Вот эти три. Вот это памятник Ленина, где вы приземлялись. Вот он, это самый большой памятник, очень хорошо. Вот, вот с красными крышами это школа. А пляжи приспособлены здесь? Приспособлены, то есть они там мелкие, да, для детей? Да, они приспособлены. Да? Мы каждый, ну вот сейчас завозили щебень для того, чтобы... потому что зимой уносят. Не хватает Артеку, знаете, чего самое такое первоочередное из большого строительства? Это... большого киноконцертного зала, где можно будет... А его нет, да? Нет, ну, вот это очень важно, потому что в Орленке это есть, в океане это есть, да? Ледового дворца нету никакого вообще совершенно. Ледовый дворец тоже неплохо был, конечно. А мы мыслим себе Артек как круглогодичный лагерь. Да, круглогодичный, так же, как международный. Да. Так, мы идем прогуляться. Сейчас или корпус как? Посмотрим один. Ну, состояние такое, да. Придется делать ремонт везде. А это деревянный корпус? Или нет, камень? Ну, камень, да? Артек как-то переводится, да, ортеки, перепелка. Есть очень легкое объяснение, это краеведческая такая справка, что во время перелета птиц перепела здесь собираются на склонах. Первые палатки Артека. Ну, конечно, рядом гора, а здесь, да, гора, тоже перевод. Это для детей 20-х годов, которые пережили Первую мировую войну, годы гражданских войн, революции. Да, вот здесь есть уникальная фотография первой линейки, и мы видим, как поднятый флаг. Строительство Большого Артека, вот как раз мы получаем еще одну территорию. Вот мы начинали с морской, горной, присоединен Сюксу, дом отдыха «Колхозная молодежь», а по центру были виноградники Массандровского, виноградники Массандры. Принято решение отдать эту территорию, таким образом это современный детский лагерь, комплекс лагерей «Прибрежный». Желаю Артеку счастливого будущего в новую эпоху. Будем надеяться, что так и будет. Спасибо большое вам. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Скоро начинаются школьные каникулы. Время очень интересное в жизни каждого ребенка. Сегодня мы здесь, вот прямо в Артеке, обсудим подготовку летней оздоровительной кампании. Для проведения совещания мы выбрали действительно Артек, лагерь с колоссальной историей. Может быть, самое известное место, легендарное, где мечтал побывать каждый советский школьник. Ну вот я, например, не был. Конечно, сейчас ощущения от пребывания в Артеке довольно сложные. С одной стороны, это действительно легендарное место, совершенно фантастическая природа, история очень глубокая. А с другой стороны, мы видим, что, конечно, дефицит финансирования здесь очень существенный. Коммуникации устарели, поэтому сразу скажу, что наша задача сделать Артек более комфортным для проживания и развития детей, сделать его полноценным общероссийским круглогодичным лагерем, международным центром детского отдыха, ну, таким, как он был и в советский период, но с учетом современных требований. Планируется, что в этом году будет работать более 52 тысяч оздоровительных лагерей, приедут на отдых порядка 8,5 миллионов детей. Наша задача сделать так, чтобы они были обеспечены всем необходимым, чтобы лагеря соответствовали требованиям. Второе, на что, безусловно, нам нужно обратить внимание, это обеспечение жизни, безопасности жизни и здоровья детей. Третье, о чем хотел бы сказать, конечно, летние каникулы – это прекрасное время, но надо, чтобы это время проходило с пользой, и надо, чтобы мы смогли помочь тем детям, которые попали в довольно сложные жизненные обстоятельства. Их летним отдыхом занимается государство. Задача заключается в том, чтобы обеспечить их бесплатными путевками,
В этом году в оздоровительных лагерях смогут побывать почти 3 миллиона таких ребят. Надо сделать все, чтобы расположенные здесь учреждения соответствовали нашим требованиям, нашим стандартам. Для этого нужно создать все условия, в том числе и материальные. Привет! Здравствуйте! Дождик идет что-то, а? Да. Ну что, вы откуда все? Из разных городов. Из разных мест? Да. Здорово. Как вам? Отлично. Нравится. Ну, я вот приехал, кстати, тоже в первый раз, наверное, за последние 10 лет посетил Артек. Конечно, классное это место, и надо его превращать в современный. Правильно. Вот. Но, тем не менее, мы очень на вас рассчитываем, что вы вдохнете новую жизнь сюда и откроете новую российскую страницу истории Артека. Все, отлично. Все, пока. До свидания.